1 мая 2017 года. Языки пламени вырываются из-под крыши центрального рынка. Сотни людей пришли тогда за покупками и стали очевидцами большого пожара, уничтожившего 2600 квадратных метров площади. К счастью, в тот день никто не пострадал, а вот рынок закрыли на долгосрочный ремонт. Прошел год. С 8 мая центральная торговая точка города обслуживает покупателей. Большая заслуга в этом управляющего рынком Константина Кононова. Он не испугался масштабов предстоящих работ, и сгоревшее здание получило еще одну жизнь. Закуплено новое оборудование, торговое оборудование именно для сельхозпроизводителей, для торговли среднетемпературными продуктами, то есть это колбасы, молочные, заморозка. В данный момент у нас производят торговлю совхоз «Новый», Батамайское сельхозпредприятие. Ведутся переговоры с Алекминским молокозаводом и с нашим представителем Янтой. На площадях отремонтированного рынка появились торговые представители, которых до пожара не было. Совхоз «Новый» известен в Мирнинском районе. Он хорошо зарекомендовал себя в потребительской среде и теперь продвигается дальше. С 8 мая на Ленском рынке открылся первый прилавок с продукцией мирнинского производителя. Молочная продукция, кефир, йогурт, йогурт-снежок, молоко два вида, пастеризованное и стерилизованное молоко. Потом идет сметана 20% и сливки 30%, суповые наборы, мясо кур и куриный фарш. Очень хорошо приходят вот местное население, приезжие, им очень понравилась эта продукция, они уже покупают вот это молоко, сметану, кефир, творог. Так что приглашаю всех жителей города Ленска, чтобы пришли, купили натуральное молочную продукцию. Конкуренцию совхозу «Новый» составляет только Батамайское крестьянское хозяйство. Ленский производитель раньше реализовывал свою продукцию в магазинах. Сейчас открыл собственную торговую точку на рынке. Из продуктов представлены молоко, творог, сметана. Все продукты свежие и на полках торгового павильона не задерживаются. Ну, мне нравится здесь работать спокойно. Покупатели уже, как говорится, ходят к нам. Уже своя точка переработалась у нас. Довольно так это руководство приятное, общаться с ними даже. На первый взгляд торговых точек в обновленном здании рынка стало меньше, но это не так. Ремонтники убрали лишние стены, и новое оборудование намного меньше старого. В итоге торговые площади увеличились на 15%. Вот или у нас раньше были маленькие прилавочки, сейчас у нас громадные вот новые холодильники, в которых можно мясо прямо аж тонну положить, выложить. Единственное, что, конечно, не хватает народу. Места стало прям вот много, вот хоть танцуй, все можно разложить, все положить, все подготовить к продаже. Полностью переделан и промышленный отдел. Предприниматели, работающие в новом здании, им довольны. Говорят, работать стало намного светлее и приятнее. После пожара у нас восстановили, у нас руководители, конечно, отличные, благодаря им, стараются. Вот мы очень довольны. Два раза мы пострадали пожарами этими, ничего изменено не было. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Это про центральный рынок Ленска. Конечно, внутри здания еще много работы, но по сравнению с уже выполненными объемами, это сущие пустяки. Вячеслав Пилипенко, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край».